ребята проходили с продуктами с магазина, что и раз перед ними оно и взорвалось. Один, двое? Один лежал тут, я не знаю, погиб или нет, его забрала тероборона. Одного мы взяли к себе, у него на шее тут была дырка до хребца. Мы его обработали, и за ним друг пришел. Говорят, что подбили где-то под Ирпенем самолет, и он летел. Я не знаю, наверное, взял, скинул. Усе полностью в дырках, просекло все. Будинки. Ой, Боже.